13 сентября любительская сборная города Ростова отправилась в Харьков на международный турнир в памяти заслуженного тренера Советского Союза Виктора Друкера. В соревнованиях примут участие сильнейшие российские и украинские команды. Это такой единственный турнир, где собираются лучшие команды, можно сказать, ветеранов, ну и плюс... Все-таки молодых мы тоже добавляем, потому что, чтобы турниру придать более такой колорит. И со всеми вытекающими моментами. То есть пропаганда гандбола, дружба, все-таки вот это отношение между Россией и Украиной у нас очень тесное. И этот турнир, он как бы дает понять, что все, что было в прошлом, оно не забыто сейчас. Поэтому едем, честно говоря, не просто, а у нас в том году взяли первое место. Как будет в этом году, ну, тренировались, посмотрим. Состав у нас хороший, один из лучших вратарей на турнире, у нас Слава Исауленко, он же ростовчанин здесь. Игроки молодые, есть и ветераны, Бурмистров, Степанов Андрей, там. Хорошие, есть Каюма Валера. То есть, в принципе, все для того, чтобы играть. А там уже посмотрим. Покажет, как говорится, жизнь покажет. Состав команды из Донской столицы составили ветераны ростовского источника и молодые игроки, не задействованные в профессиональных клубах. Ожидаю только победы. Потому что-то мы последнее время все в призерах-призерах, а ближе к победе никуда не ходим. От соперников ожидаю. Некоторых просто никогда не видели, поэтому будем играть, смотреть. Ну, если подъедет команда «Волгоград», то, наверное, считаю, что это один из самых серьезных соперников, который будет в Харькове. Команда у нас хорошая, мы уже давно вместе играем, как бы отлично. Все хорошо у нас в команде. В день каждая из команд проведет по два матча продолжительностью 40 минут. Соревнования начнутся 14 и закончатся 15 сентября.